Мы пока не собираемся уезжать, здесь будем жить. Вот. И переживем все это. Надеемся, что все стабилизируется, все будет хорошо. Бояться нечего нам. Я призвал своих прихожан к тому, чтобы они помогли примириться, помогли справиться с этой бедой. Всем нам вместе. Все мы ашане, вне зависимости от национальности. Все мы люди Божьи, вне зависимости от вероисповедания. Этот мальчишка...